Дорогие друзья, ну а мы начинаем по традиции с большой темы. Тема сегодняшнего дня, вот о чем предлагаем поговорить, принять участие в нашей дискуссии. Помочь работающим многодетным матерям. Напомним, что в России многодетные принято считать семью с тремя и более несовершеннолетними. Хотят наши депутаты. Парламентарий Виктор Зубарев предложил снизить для них подоходный налог с 13, почему-то не до нуля, но до 4%. Он считает, что это поможет стабилизировать демографическую ситуацию в стране, а и б, ну как-то в целом, дальше процитирую, подчеркнет важность института семьи. Так вот, для начала, по мнению депутата, льготный налоговый режим нужно внедрить в Хакасии, Забайкальском крае, Туве, Еврейской автономной области, а также Республике Алтай и в Курганской области. Потому что именно в этих регионах многодетные семьи сталкиваются с экономическими проблемами. Давайте еще посмотрим, какие льготы уже существуют. Еще одна наша инфографика. Ну, смотрите, среди прочего, 30% скидка на ЖКХ, видим бесплатное питание, видим бесплатное питание учащихся, естественно, проезд в городе, скидки на летний отдых, бесплатное посещение культурных мероприятий, ну и, в принципе, еще много-много всего. Ну и вот сегодня, как Петя уже обозначил, в большой теме говорим о том, как сейчас живут многодетные семьи, какую помощь от государства они на самом деле получают и хватает ли ее. А обсуждать эту тему сегодня будем с нашими гостями. Это Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. И Дмитрий Тихонов, преподаватель МГУ и Высшей школы экономики, кандидат экономических наук, еще налоговый консультант. Здравствуйте. Давайте сразу подключим к нашему круглому, почти круглому столу, собственно, автора инициативы Виктора Зубарева, члена Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Виктор Владиславович, здравствуйте, он с нами на прямой связи. Слышите ли нас, видите ли? Главное, что слышали. Да, здравствуйте. Виктор Владиславович, вот эта инициатива, все-таки что это? Это стимулирование рождаемости или все-таки стимулирование занятости многодетных матерей? Вы знаете, и стимулирование рождаемости, и занятости. Но я исходил из другого критерия – справедливости, поддержки наших многодетных семей, которые часто имеют 3, 4, 5 детей, работают, и мужчины, и женщины. И вот тот подоходный налог, который можно было бы по принципу закона, который мы недавно приняли, о самозанятых, снизив его, оставить деньги в семье. Эта идея пришла, когда начали готовить внуков к 1 сентября. И посмотрели, какие требуются вложения. Для многодетных семей, если подоходный налог в размере 8-10% останется в семье, это очень существенная конкретная поддержка государства многодетным семьям. Я предлагаю... Виктор Александрович, не совсем с вами соглашусь. Мне кажется, что если у вас низкая заработная плата, у многих многодетных матерей она такова, это снижение особой роли не сыграет, боюсь. Вы ошибаетесь. Вот когда ко мне приходят люди, каждые 150-200 рублей имеет значение. А здесь подоходный налог даже с 30 тысяч рублей заработной платы, с 20 тысяч, это 2 тысячи рублей. Это существенные деньги для многодетных семей. Но есть и те, кто получает больше. Я бы стимулировал многодетные семьи, это на решение нашей демографической проблемы. Это увеличение рождаемости. Отношение к многодетным семьям должно меняться в лучшую сторону. И вот из этого я исходил. Первое. И второе, конечно же, взять экспериментально те территории, где многодетные семьи представлены и находятся в более сложной ситуации. Это такие, как Республика Тува, Республика Хакасия, Еврейская область, Забайкальский край. Ну вот ряд территорий, где это особенно чувствуется. Посмотреть, вот, дать им такую возможность, как мы дали по самозанятым, преференции и посмотреть, сколько выпадающих доходов будет в бюджете, сколько получат многодетные семьи, и тогда уже проанализируют, не спеша принять окончательное решение. Виктор Владиславович, а скажите, пожалуйста, а почему вообще бы их не освободить от подоходного налога? Почему 4%, а не обнуление? Да. Вот в этом плане я с вами соглашусь, но я пошел по пути аналогичного законопроекта. Вот поэтому. А вообще, конечно, можно и 4% не оставлять. Или, знаете как,
все-таки 3 ребенка – это одна шкала. 4-5 можно освобождать совсем наши многодетные семьи от подоходного налога. Спасибо большое, Виктор Зубарев, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Ну, давайте обсуждать эту инициативу. Как вы относитесь к предлагаемому мерам? Ну, понятно, что любое послабление, как налоговое, так прямое финансовое, оно как-то... это знаете, есть хорошо? Да, вы знаете, вот конкретное предложение, мне кажется, его можно критиковать и так далее, да, но сама идея и логика идеи, она, на мой взгляд, выдающаяся. Потому что, что сказал Виктор Владиславович вот даже сейчас в интервью? Он сказал две вещи. И вы, кстати, ему дальше творчески стали помогать в развитии. Первый пункт. Это нужно по-любому, то есть даже речь идет не только о деньгах, об объеме, о количестве, нужно подчеркнуть статус, значимость многодетных семей. Первый пункт. То есть, условно, там на 1 рубль снизили, но как бы выделили, показали, вы очень важны, это очень важно. Вот. И второй момент, это то, что помимо, мы обычно что обсуждаем, пособия, большие, маленькие, есть, нету, там, выплаты, да? А по сути, что впервые предложено, а давайте хотя бы изымать не будем. То есть не то, что там доплачивать, там еще что-то, да? А давайте не будем изымать. Вот, но в таком случае это выглядит как полумера какая-то. Согласен, но я просто к тому, что если вот довести, и вы и предложили до нуля и так далее, да? Но если довести это до правильного формата, у нас всего 1 700 000 многодетных семей в Российской Федерации. То есть, в принципе, из почти 40 миллионов семей с детьми. Поэтому в этом смысле нам нужно исходить из того, что по большому счету нужно прекратить изъятие из бюджетов многодетных семей. И ЖКХ изъятие, и изъятие налоговое, и так далее. Вот в чем, на мой взгляд, фундаментальная столбовая дорога. Инициатива Зубарева, она первый шажок этот делает. Юрий Васильевич, вы вот произнесли, на мой взгляд, ключевую в этом плане фразу, что вот здесь вот рубль где-то извлекли, помогли, все обозначили свою заботу. Есть ощущение, что вот мы сейчас перечислили, сколько льгот уже существует для многодетных семей. И вот каждая какой-то рубль изымает, и каждая, казалось бы, говорит о заботе. А выхлоп-то получается копеечный. Я с вами согласен. То есть вот эти вот 135 рублей. Вот это размазывание все время. Я с вами согласен. Более того, происходит. Вот сейчас на первых-вторых пособия подняли детей, да? Все. Но есть многодетная семья, она по определению в эти первые-вторые дети не входит. Потому что эти дети уже четвертые, там, третьи, четвертые, пятые, да? То есть в этом смысле никакой системной политики нет. Вы правы, но я хотел бы вот этот тренд, который вы и в дискуссии с Виктором Владиславовичем довели, все-таки как отдельное выделить, это новое. Помимо пособий, помощи и системности, очень важно, да, но нет изъятий у многодетных семей. Вот это, на мой взгляд, лозунг ближайших лет, который нужно проводить в жизни. Ну, посмотрим еще, Минфин предложит какой-нибудь свой вариант. Как вы считаете, что с этим предложением? Логично оно, нелогично, поможет это, не поможет, действительно улучшит демографическую ситуацию? Коллеги, это вот тот нечастый случай, когда предложение, ну, не знаю, абсолютно там, симпатичное, положительное, правильное. Оно и по форме, и по содержанию, ну, нужное. Ну, я долго юристом работал, поэтому вот если мы будем отталкиваться от чего-то, Конституция, да, это предложение полностью соответствует. Но я думаю, что вы помните майский указ прошлого года президента Путина, полностью соответствует. Более того, скажем, по одному пункту, если этого не делать, то, ну, будет совсем нехорошо. Вы про уменьшение числа бедных к 2024 году, да, и да. Среди Потому что бедных уже у нас... первых были названы как раз многодетные семьи. Потому что бедных... Ну, давайте еще одну очень важную вещь скажем. К сожалению, взаимосвязь бедность много детей, она очень высокая взаимосвязь. То есть, ну, ученые говорят, корреляция, но там более 90%, к сожалению. Ну, очень простая житейская логика, если двое родителей, и у них два ребенка, одна ситуация. А наш же депутат о чем говорит? Одна мать еще в особо плохих финансовых условиях, у которых трое более детей. То есть там поневоле приходится на них мало денег. И напоминаю, что у нас бедность – это 10 750 рублей. То есть, ну, а вот как жить, когда у вас нет этих 10 тысяч на человека, наверное, очень сложно. И еще одну вещь, последнюю уже коротко, 20 секунд скажу. Он очень хорошо предлагает с точки зрения законопроектной деятельности это предложение. В каком смысле? Давайте попробуем.
То есть не сразу полный закон на всю страну, а давайте обкатаем, потом сделаем. На мой взгляд, это очень правильно. Дмитрий Николаевич, еще один момент. Сейчас у нас звонки. Я так понимаю, что больше многодетные матери, которых как раз эта мера коснется. Но меня беспокоит вот этот вот подход стимулирования занятости многодетной матери. Разве многодетная мать должна... Мы должны стимулировать многодетную мать работать. Разве многодетная мать должна... И вообще много ли у нас работающих матерей многодетных? Кто-нибудь их считал вообще? Вот честно, такую статистику я не знаю. Может быть, коллега подскажет. Но у нас есть статистики там... Дело в том, что мы-то говорим о начале с тремя детьми. Но есть же 5-7. Я напоминаю, что у нас есть 1000 семей в стране, где более 10 детей. Ну, наверное, там мать не может работать, давайте честно скажем. И в этом смысле я все-таки вижу скорее это демография, справедливость и борьба с бедными, чем занятость. Ну, вот ближе к какому-то адресному варианту все равно, да? Потому что мы очень, формальном смысле очень многих отсекли, занятых, тут еще и регионы предлагаются отдельно. Занятых порядка 40-45%. Там тоже очень сложно, потому что занятость, она в основном рваная, то есть это не занятость там на полную ставку, на полные оклады и так далее, она рваная, но в этом смысле вы тоже правы, и это показывает, что это первый шажок, это инициатива, потому что там дальше надо идти смелее. Давайте поузнаем, как живется многодетным семьям в нашей стране. Дозвонилась нам Наталья из Пензы. Наталья, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, телеведущие и гости программы. Значит, у меня 5 детей. Я их воспитываю одна. Муж у меня умер. Ему было 30 лет. Он на стройке погиб. Так вот, я воспитываю детей одна. Я работаю на 5 работ. На детей детские, которые я получаю, они мизерные копейки от нашего государства. И я вынуждена горбатиться, чтобы прокормить свою семью. Я просто не могу, я в шоке, если честно. Вот 5 детей попробуй поднять, накормить, обуть, это очень трудно. Это невыносимая, ужасная трата. Это ужас какой. Я получаю на 3 работах 15 000 рублей. Это мизерная зарплата по нашей области. Наталья, сейчас, конечно, сложно подсчитать, но вот вместо 13 4%. Это существенно вам поможет? Вы знаете, в Государственной Думе, уважаемые депутаты, они, вы знаете, если бы они сделали, допустим, на одного ребенка хотя бы, ну пусть даже не на одного, на двоих, на прожиточный минимум хотя бы 20 000 рублей бы, это хоть помогло бы мне бы, допустим, поднимать их. Потому что те же копейки получаем, мизерные копейки, я хожу детские, получаю 300 рублей на ребенка, где это видано? 300 рублей. Наталья, а из ныне существующих мер поддержки хотя бы что-то эффективное есть? И из того, чем может воспользоваться одинокая многодетная мать? Поддержки никакой нам нет. Мне никто не помогает. Ни со стороны чиновников. Всем абсолютно наплевать, как я живу, как я поднимаю детей, как я кормлю. Никто вообще не озабочен этим. Понятно. А чиновники на местном уровне тем более. Спасибо большое. Смотрите, вот конкретный пример. Вот как часто мы слышим, что льготы многодетным, выплаты многодетным, а оказывается, по сути, это ничего. На бумаге все красиво. Да, но смотрите. Бесплатно ездить, и землю дадут, и в театр можно сходить. Да, но смотрите, в театр, конечно, можно сходить, особенно если на 5 работах. На 5 работах, да. То, конечно, тут вот театр, это вот прямо, так сказать, дома театр, можно не ходить. Дома с детьми театр потом, и кино. Фильмы. Значит, смотрите, в чем суть всей ситуации. Вот 5 детей Натальи – это все наши российские дети. И по большому счету государство делает принципиальнейшую ошибку. Я сейчас даже не обсуждаю технические там вопросы. Да? А чем эти 5 детей хуже семьи, где один ребенок и где мама, допустим, получает такую же зарплату? Да? Теперь смотрите. Что такое эти 5 детей Натальи? Теперь давайте в прагматический, я бы сказал, рациональный, прагматический, даже, может быть, какой-то некрасивый момент. Да? Эти 5 детей – это армия наше будущее, это наша рабочая сила, это спасение страны, которая вымирает. Да? А один ребенок в семье, который в 5 раз лучше живет,
Не потому, что он хуже, мама лучше, не в этом. Но смысл просто по факту. Мы же понимаем, что зарплата одна. Ну, не может быть у Натальи зарплата в 5 раз больше, в среднем тем более, да, чем у мамы, у которой там один ребенок и так далее. Так возникает вопрос, а где государство? Поэтому вот мы давно уже продвигаем, и ассоциации региональные помогают, детский стандарт. Что же такое получается? Что государство не знает про эту ситуацию? Это что? Вот сейчас огромное, кстати, спасибо ОТР, потому что вы вот, на моей памяти уже 3 года просто эту тему со всех сторон двигаете и так далее. Это очень важно. Это формирование национальной демографической политики. Но что государство не знает про эти случаи? Что государство не понимает? У нас 6 тысяч семей в стране, всего 6 тысяч семей с 8 и более детьми. Вы представляете, можете себе представить? Я не могу себе представить. У меня 8 детей, я работаю на 5 работ, ну как их кормить? Юрий Васильевич, вот смотри, можно я в циника доиграю до конца? Да. Но давай. Я сейчас не про Наталью вообще, да. Но ее никто не заставляет рожать столько детей. А как она не заставляет? Вы не правы, Петр, что... как не заставляет? Подождите. Но если, нет, подождите, давайте все двое. Майский указ, о котором Дмитрий Николаевич вспомнил, да? Майский указ нас заставляет выйти, фантастика, глупость. Речь идет о стимулировании, то мы понимаем, нет, что подождите, это стимулирование исключительно как это бумаги. Не заставляет? У нас любой экономист скажет, что, ребята, ну как нам, у нас сейчас, вот сейчас все начинают говорить, у нас падает численность активного экономического населения, да, и начинают под это и правду, и неправду, ну, списывать отсутствие экономического роста. Нет детей, нету будущих взрослых работников, нет экономического роста. У нас президент, правительство говорит, рожайте, надо стимулировать. Страна в тяжелой демографической ситуации. Как это не заставляют? Конечно, заставляют. Это первый момент. Но второй момент. А что значит заставляют, не заставляют? То есть, это что, дети лишние? Давайте, отлично. Давайте, тогда государство должно сказать. Так, девочки, мальчики, у кого 5 детей, мы на 2 рассчитываем, а 3 куда-нибудь отправляйте в Израиль, там, в США или еще куда-нибудь. Это что, законы, помните, о мальчике Диме и так далее? Mm-hmm. То есть это пусть государство скажет. Все, родили, как Гладских сказала. Понимаете, никто у вас, государство, вас не заставляло рожать. Поэтому это не цинизм. Пожалуйста, государство, сформулируй эту политику. Давай вот сейчас давайте еще после пенсионной реформы проведим многодетную реформу. Государство должно, а ведь чиновники же говорят, что государство вам ничего не должно. Это же наши дети, это наши дети. Все эти дети, и Наталья, и где один ребенок, и так далее, где 2 детей. Все это наши российские дети. А можно по-другому? Вот и вот все. Разве для государства каждый новый ребенок в малообеспеченной многодетной семье, он не представляет угрозу в плане повышения бедности и даже нищеты в стране? Петр, вы классно поставили. Да, вы, так сказать, немножко, конечно, ситуацию с ног на голову ставите. Нет, но это очень хорошее обращение. Но очень хорошее. Нет, правильный ответ на этот вопрос, да, представляет. Дело в том, что то, о чем мы говорим, это комплексная вещь, очень комплексная. Ну, собственно, я, наверное, больше в налогах, чем в демографии, понимаю. У нас здесь с вами первое – налоги, второе – экономика, демография, социология, статистика. Это минимум, да, что мы должны учесть. Но дело в том, что государство-то, да, ну, оно должно учитывать эти расходы, эти опасности. Но если оно не будет с этим разбираться, оно получит другие, более опасные вещи. А это отсутствие людей в армии и так далее. Потому что, ну, напоминаю, у нас провальный год, по-моему, когда 2000-й был, родилось 1 300 000. Сейчас 1 800 000 мы скатимся опять на 1,5 миллиона. А напоминаю, 1,5 миллиона – это страна, уменьшающаяся по численности. Ну и напоминаю, что поскольку мы самая длинная страна и самая масштабная страна, нам, извините, границу защищать надо тупо. И в том числе на Дальнем Востоке нам нужно иметь каких-то людей, чтобы нас тихой сапой, ну как бы ближайшие соседи, ну, я аккуратно говорю. Не затоптали. Не затоптали. Слабенькие солдатики-то вырастут. Ну, и давайте еще об одной крайне важной вещи поговорим. Если бы у государства не было бы денег, понимаете, просто фактически их бы не было денег, тогда это один разговор. Я напоминаю, что у нас есть замечательный министр по налогам. Замечательный министр. Вот 2 прошедших года он докладывал президенту, что рост поступления налогов 2 года подряд более 20%. У нас сейчас майский указ деньгами обеспечен. В государстве есть деньги.
Понимаете? И в этом смысле, конечно... Так вот... Мы тут недавно обсуждали тему, как эту кубышку куда потратить. Как ну, а это же наше будущее. Глобальная проблема. Куда деньги деть? Куда девать деньги? Нет, это наше будущее, это наши дети. Чего же мы все копим, а... Кстати, вы все про армию, про границы. Не забывайте, что и девочки рождаются. Что-то. Значит, так, ну, раз девочки, значит, в принципе, можно льгот поменьше. Ну, вы знаете, я подозреваю, что без девочек потом не будут рождаться новые солдаты и так далее. Мое подозрение. Но, Петр, я вам очень признаюсь, потому что, на мой взгляд, вы очень правильно по-журналистски обострили как бы вопрос. Я поэтому и говорю, наше государство, оно как бы получается, говорит одно, а делает другое. Пусть оно скажет, денег нет, вы держитесь, мы можем, ребята, ну одного-двух как-то там вам не помочь. Рожайте, заканчивайте. Да, не рожайте, заканчивайте, ничего, проживем, вот, ну, жизнь такая и так далее, понимаете? Ну пусть оно это скажет. Оно же китайцы нам выплатами в размере 170 рублей в месяц, оно, по-моему, и говорит. Так, что правильно, поэтому в чем я вижу очень большой момент, плюс вот инициативы Зубарева, депутата, да, не вдаваясь сейчас в эту конкретную деталь, потому да, что да, да. Дмитрий Николаевич упомянул, насколько я понял, в конкретной законодательной инициативе там еще матери-одиночки, по-моему, даже. Еще в плохом финансовом состоянии. Да, в плохом. То есть это, ну вот, если вот критиковать эту инициативу, да, я первый готов ее в пух и прах разнести и так далее. Но я предлагаю все-таки вот на то, что он делает очень важный шаг. До того, как мы обсуждаем рублей пособия или их увеличения, ну давайте хотя бы не изымать. В ситуации, когда наши налоговые изъятия, да еще со всеми этими НДСами роста и так далее, и так сумасшедшие 2 триллиона профицита лежит в бюджете одного года. Понимаете, я не беру золото-валютные резервы, фонд национального благосостояния и так далее. То есть я к чему говорю? Вот эта идея, на мой взгляд, она фундаментальна. И спасибо огромное Виктору Владиславовичу, что вот он это предложил. Потому что давайте дальше, я вот лично буду, и тоже прошу меня всех поддержать, продвигать идею «нет изъятий у многодетных семей». Сколько там они заработают, сколько им государство даст, это другой вопрос. Давайте его отдельно обсуждать. Ну хотя бы, ну давайте одной рукой, то мы изымаем действительно эти там 13%, а потом 170 рублей даем. Ну, некрасиво. Ну, у нас есть звонки. Наталья из Челябинской области. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Наталья, слушаем вас внимательно, не волнуйтесь. Это, у меня просьба, что вот у меня дочь, многодетная семья, 6 детей у нее. И вот она обращалась от сельсовет, потом, ну, губернатору Челябинской области. И никакой ни помощи, ничего не можем добиться. А вот сейчас дом у нее находится в аварийном состоянии. Так. И опять обратились к нам, сказали... Так вы же получаете пенсию, что вам еще нужно? Ну, хороший ответ. Ну, ладно, пенсию получаем. Так, ну, нет, по потере кормильца у нее пенсия. И все, и опять никто ничего нам не может помочь. Крыша бежит в доме, стена отваливается, ну, как пристрой был, и стена отваливается. И вот нет ничего. Никакой помощи. Да, Наталья, давайте мы вашу историю продолжим уже материалом как раз из Челябинской области. История многодетной семьи. Посмотрим, вернемся, обсудим. В семье Виктора и Анастасии Собяниных 5 детей. Живут они в частном доме в Новосинеглазово. Официально это часть города, по факту поселок. Пирожки и каши – привычная еда в этом доме на завтрак, обед и ужин. Растянуть на месяц 22 тысячи рублей, а это весь семейный доход, получается с трудом. Половина тут же уходит на коммуналку, пара тысяч на газовый баллон и еще столько же на лекарства для мужа. Мы пенсию принесли, завтра поедем за продуктами на базар закупать на месяц. Чтобы было, ждем, не дождемся этой пенсии. Живут Собянины на пенсию по инвалидности, которую получает Виктор. Старшие дети – школьники. Младшему исполнилось 1,5 года. Никаких дополнительных пособий за многодетность или как малообеспеченная семья они не получают. В соцзащите, куда Анастасия не раз обращалась за помощью, ей отвечали, что такие выплаты в советском районе не предусмотрены. Все дорого стало. Была одна цена на крупу, стала другая. Хлеб был одна цена, стала другая. Конечно, по кошельку это бьет. Микроволновка сгорела, потому что электричество не тянет. Ну, провода старые, видимо, потому что дом в таком купили, вроде нормально был, а муж заболел, и я не могу сама провода чинить. Yeah.
Максимум, что семье предложили в соцзащите, это продуктовый набор раз в месяц, куда входит 3 килограмма сахара, килограмм муки и бутылка подсолнечного масла. Этого едва хватает на неделю. За продуктами Собянины ходят раз в месяц. Покупают на 10 тысяч самое необходимое. Выручает подсобное хозяйство куры, кролики, поросята. Пока Анастасия в сарае кормит живность, младшие дети помогают матери. Мы иногда вот сами готовим, когда вот она отдыхает. Или она у нее когда вот болеет, она вот лежит, а мы убираем все, делаем. 15-летняя Настя, чтобы накопить на мобильный телефон и помочь маме собрать младшую сестру в первый класс, на лето устроилась на работу, моет посуду в кафе и сидит с соседскими детьми. Ее мечта – поступить на бюджет в институт. Еще не определилась, но пока что вроде как в педагогический. Интересно. Ну, стиль, визажист, вот мне более интересно. Но я пойду уже поступать на это после того, как получу образование. Лето – это время, когда доход семьи увеличивается на 5-6 тысяч в месяц. Дети ходят в лес, собирают ягоды, грибы и продают их. Но скоро, надеется Анастасия, их доход станет больше. На днях она собирается выйти на работу в детский сад помощником воспитателя. Там обещают платить 12 тысяч рублей. И это считается хорошей зарплатой в поселке, где живут собянины. Валентина Яковлева, Андрей Щербаков, Челябинск, ОТР. История вот из Челябинска. Нам пишет Надежда. А почему бы не сделать ежедневную работу многодетной матери в семье официальной? Она будет получать зарплату и воспитывать детей. Это даже к вопросу, мне кажется, к материнскому капиталу уже. Когда на него не купишь одежду детям, там не съездишь с ним в отпуск на море. И таких примеров, когда деньги нужны, но получить нельзя, очень много. Блестящее предложение. Не проще даже просто матери платить зарплату? Вы даже знаете, вот такое имитая отцеония. Даже само слово зарплата, она намного лучше там, пособие. Да. И согласен, зарплата или гранты, например, но не пособие, потому что пособие они еще и унижают. Согласен. Амитай Эциони, социолог американский, он даже предложил вообще в ситуации вообще мирового кризиса демографического даже выделить специальную родительскую индустрию, parenting industry. То есть имея в виду, что это колоссальные затраты трудовые, помимо всего, убирая там все вопросы гуманитарные и так далее. И это очень важно. И если можно, хотел бы кратко прокомментировать, потому что мне какая мысль пришла, поскольку семья Собянинов, да, то мы, конечно, все сразу вспомнили про Сергея Семеновича Собянина. И здесь очень интересный момент. Вот опять про деньги. То, что Дмитрий Николаевич сказал, что ситуация это еще в том, что деньги-то есть. Да? Вот смотрите, даже если взять, например, такой миллионник, как Омск, я не беру там села, деревни, поселки городского типа, миллионник Омск, то бюджетная обеспеченность Омска в 13 раз меньше каждого жителя, чем одного москвича. То есть у нас еще и колоссальный плиточный бюджет Москвы, колоссальный, который вполне бы, и в частности, я уверен, Сергей Семенович мог бы этой семье помочь, я имею в виду бюджет. Не с точки зрения частно, я не в плане из зарплаты, да, а с точки зрения и московский бюджет, с точки зрения неравенства нашего регионального, конечно, мог бы некие гранты, некие стипендии многодетным семьям предложить. Почему нет? Еще раз повторяю, мы одна страна, у нас все дети, все наши. То есть это не вопрос, вот там семья живет, она как-то там колупается и так далее. Да, мы вот так живем и так далее. Но это значит, что мы тогда все разделены. Ну отлично, каждый за себя тогда. Ну давайте так и жить тогда. Зачем нам тогда государство? Смотрите, еще такой момент. Если отойти именно от денежных выплат, какая помощь могла бы быть оказана государством вот этим семьям, если не брать во внимание деньги? Ну, поскольку мы изначально говорим о 3 и более несовершеннолетних детях, то у нас, конечно, для удобства их жизни, я не знаю, вот не монетизируя эти льготы. Ну, повторюсь, если мы не монетизируем, у нас есть две такие линии, что ли, или два направления. Это, ну, детсад и обучение последующее и проживание. Медицина. Ну, и медицина еще, да. Вот три направления, где мы можем, ну, в натуральном виде что-то делать, как-то помогать. Потому что, кстати, даже, ну, Москва действительно более обеспечена. Москва сейчас с детсадами более-менее, но некая проблема есть. Ну, вот просто говорю, ну, так сказать, у моих прямых родственников есть проблемы там с детсадом и так далее. Хотя, казалось бы, все хорошо. И в этом смысле, конечно, ну, помощь нужна. Потому что, вот, ну, скажем, опять же, те же 5 детей, это квартира, наверное, минимум 4-комнатная. И как бы мы ни хотели, иначе у нас не получается. А тогда кто ее должен сделать и так далее. То есть, ну и медицина тоже, понятно, надо заботиться. Те же кружки, представьте, 5 детей,
одно дело, я одного ребенка в кружок отвожу, и пусть даже он, допустим, минимально платный, пусть представим, хотя вы знаете, что есть и очень платно, и много, да? Это, кстати, одна из тем наших. Сегодня мы будем как раз... Да, поэтому даже и в этом смысле, представьте, даже небольшая плата. Я пятерых отвожу ежедневно, да, а соседка отводит одного. Уже у нас бедность рождается просто из-за этого дополнительного образования и так далее. Поэтому огромное количество натуральных возможных вложений именно вот в многодетные семьи. Это, кстати, Настя, к вопросу, где-то сейчас на СМС-портале было, почему государство дискриминирует женщин с одним ребенком, там, почему на одного ребенка 3 тысячи, за двоих уже 8 тысяч дает. Вот кто-то возмущался, да. А, раз уж Марина как раз о деньгах поговорила, о том, что может быть еще, кроме денег, стимулировать, что поможет. Вот у нас как раз есть данные Росстата, они появились как раз сегодня, давайте посмотрим. Опять-таки, это, вы сами понимаете, да, это только по данным Росстата. Больше половины многодетных семей не испытывает стеснений при покупке еды и одежды, но они не могут себе позволить приобретение товаров длительного пользования. Около 16% семей сказали, что им хватает средств на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля. А число многодетных семей, которые могут свободно позволить себе покупку еды, но при этом испытывают сложности с приобретением одежды и оплаты жилья, ЖКХ составляет 28%, при этом 2% заявляют, что им не хватает даже на еду. Ну и ужасная, на мой взгляд, цифра: позволить себе все, что считают нужным, могут меньше 1% многодетных семей. 0,67, по-моему. Да. Меньше 1%. Это еще данные Росстата. Мы понимаем, что картина печальнее. Ну вот я в этом смысле, понимаете как, вот все-таки депутат Зубарев, мне кажется, молодец, потому что, он, я говорю, он как бы принципиальный на самом деле вопрос поставил, если убрать вот частности этого конкретного законопроекта. У нас 1 700 000 семей, каждая семья должна быть, ни одна семья не должна быть за бортом, вот. В этом смысле, там же, по-моему, еще 2% семей действительно... На еду не хватает. На еду не хватает и так далее. Это с учетом того, что Петр сказал, что это официальные данные, и мы должны некие поправки на них делать, понимаете? Но это еще люди просто... Ведь большинство семей с очень высоким достоинством. Они тащат детей, но они же вам не скажут, они скажут, ну, не хватает. Скажут, что мы, ну, что мы, нищие, что ли, что мы бедные, да? Но хватает на еду, это же очень условно. То есть это что значит? Одному там в каком-нибудь там, я не знаю, супермаркете там 20 тысяч за покупку на двоих там, да, какой-нибудь, а другие там за полтысячи покупают на полмесяца и так далее, и тому подобное. То есть это же тоже, люди-то очень достойные. То есть очень, конечно, есть определенное число, скажем, социально сложных семей и так далее, да. Все, в сложной, тяжелой ситуации, а представьте, кто бы там ни оказался в такой ситуации, да, но абсолютно большая часть, я вот и говорю, 6 тысяч семей, 8 и более детей. Вы можете представить, что, например, кто-нибудь пьет, да? Да, ну, как ты 8 детей будешь тащить и так далее. Да, таких семей просто нет. Ну, кроме единичных, там, сумасшедших случаев. То есть это выдающиеся люди. Ну, дайте этой семье гранты, дайте этой семье зарплату. Ну, 8 и более детей, ну, хотя бы по 50 тысяч в месяц на 6 тысяч семей. Понимаете? Почему государство что этого не понимает? Что государство не понимает? Ладно, будем спорить про пятеро и одного. 8 или 10 детей и один ребенок. Государство не понимает, что колоссальная в уровне и в качестве жизни ситуация. Да? Государство, где ты, ау? И вот это суть, а не то, что выступают, бахвалятся, когда там чуть-чуть были показатели, пошли с конца нам 80-х годов привета. Сейчас скромно молчат, да рассказывают сказки про то, что к 24-му году якобы будет естественный прирост населения восстановлен, а будет минус 500 000 естественные убыли, а не прирост населения, вопреки майскому указу президента. Поэтому государство здесь, как мы уже выяснили, оно просто, прошу прощения, не просто плавает, а вообще мошенничает, потому что даже скажи, не нужны многодет, не нужны дети, скажи прямо. Да, и не ставьте их смотрите, приоритетной задачей. Какое сообщение пришло нам, правда, непонятно откуда, но неважно, я зачту. Одно дело, чувствовали бы мы отдачу от этих налогов. В сады не попадешь, дома аварийные, педиатры некомпетентные, лекарства все равно дорогие покупаем, пособие по уходу смешное, дороги ужасные, образование платное, еще коммунальные услуги непосильные и цены растущие, как на дрожжах. Вот как быть? С чего надо начать, чтобы вот как-то эту проблему решить? Ну, потому что мы уже действительно, сколько мы, Юрий Васильевич сказал, что года 3 мы точно обсуждаем вот эту проблему здесь. А вот цены не там.
ну, коллеги, вы уже говорите о высокой политике, да? То есть тогда надо заниматься... Давайте с малого начнем. С чего конкретно? Нет, вот это предложение, оно правильное, вот на мой взгляд. Потому что, ну, повторюсь, оно даже не о широком классе людей с проблемами, а о людях с очень большими проблемами. Одинокая мать, много детей при отсутствии финансовых источников. Но тут нужно помогать. И вообще речь-то идет о том, что там, что она получит дополнительно 1500-2000 рублей, если честно. Максимум. Что, да, максимум. Потому что в стране это 42 тысячи, ну, 43 тысячи зарплата. Но, ну, про те регионы, о которых мы говорили, то там она меньше. И поэтому это всего 1500. Тут единственный тонкий момент, ну, вот что против вот во всем этом предложении. Единственная тонкая деталь сложная. У нас подоходный налог, собственно, о котором мы говорим, он федеральный налог. Но он федеральный в том смысле, что он командуется из Москвы. Его детали определяются в Москве, то есть в центре. Но как источник денег он попадает в бюджеты местного, в местный бюджет и в региональный. И в этом смысле получается, что некая может быть льгота за счет региональных денег. Вот единственное, о чем можно, только один минус. И для какого-то региона, ну, я пытался посчитать, там, ну, может быть, там 60-70 миллионов будут потери рублей в год. Вот, ну, по всем таким семьям. Блин, как это... Ну, с другой стороны, 70 миллионов для региона, это не сверхденьги. Да, для этих людей погода эти 20 тысяч или 15 тысяч, они действительно могут помочь. Ну, потому что там у меня есть внуки, которые ходят, у меня много внуков, они ходят там, сейчас, слава богу, там дома сидят, может, в детский сад пойдут. Но мы прекрасно понимаем, что обувь детская, это, я не знаю, 80% стоимости от взрослой. Ну, не напасешься ты этих денег. Ну, а наш, так сказать, уважаемый депутат там прямо пишет, поход в школу это 15 тысяч рублей. Ну, какая семья потянет, а если их несколько школьников? Поэтому вот... Ну, правильное предложение еще. Есть у нас звонок из Кемеровской области. Елена, здравствуйте. Елена, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, Лен, слушаем. Здравствуйте. Слушаю вас. Я Елена, мне 42 года, Кемеровская область. У меня трое детей. 13 лет, 9 и 5. Все дети желанные, семья полная. С мужем работаем, имеем нормальный, достойный доход. Огромная просьба освободить нашу семью и все многодетные семьи, которые с достойными заработками от налога 13%. Это было бы хорошее подспорье для нашей семьи. На эти бы деньги мы могли бы с детьми путешествовать, купить более комфортабельную машину, ну и многое другое. Ага. Ну, начало положено, 4%, спасибо, где 4, там... Вы знаете, вот 13, 9 и 5... Вопрос возникает, а почему у нас за пособие только до 3 лет? Почему не поднимается вопрос о продлении пособий, ну, до 18, то есть, вот на котором можно нормально воспитывать? Да, и если вот этим вопросом заняться, ну, решает ли это? У нас и до 3 лет, даже после сейчас вот повышения, это для определенной категории первые и вторые дети. То есть у нас для многих детей и до 3 лет пособия, они практически, что их нет, то есть они ничтожные. Да? Это первый момент, если я имею в виду по количеству, по размеру. Второй момент. Нам нужно все-таки системно посмотреть экономику каждой многодетной семьи, вообще семьи, да, потому что вопрос заключается не в том, что, ну, мы сейчас продлим, допустим, я условно, 170 рублей до 18 лет, да? Ну, как бы траты будут, толку не будет, но как всем будет хорошо, все будут рады, вот поработали, да, давайте и так далее. Прям, какие-то другие цифры, например, я условно, там, 10 тысяч, да, опять, для семьи с одним ребенком это одно пособие, для семьи с 5 это опять, то есть получается другое совсем, да, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, мы сегодня обсуждаем планирование экономики семей в России. Вот это первый пункт. Второй пункт, очень важный. Вот, мне кажется, вот смотрите, проблема демографии – это вообще проблема 21 века центральная. Потому что, с одной стороны, мы говорим, бедно живут многодетные семьи. С другой стороны, у нас что там с молодежью идет? Сейчас уже рожают поздно и мало, да? А что там еще идет? Кому сегодня 5-10 лет? Что они будут вообще рожать или нет? Я вот, например, честно говоря, ну, чуть-чуть утрирую, не уверен.
То есть, понимаете, тем более двоих, допустим, да? Вот. Поэтому проблема 21 века – это семья. Без семьи будут разрушаться государство, цивилизация, наркомания, пятое, десятое и так далее. Поэтому это ключевой момент. Кстати, эксклюзив для вашей программы. Так. В октябре будет Всемирный русский народный собор. Будет очередное заседание в Храме Христа Спасителя. И центральная тема, которая выносится под председательством Святейшего, центральная тема народосбережения. То есть демография – центральная, фундаментальная тема. И это просто объективно. То есть это к тому, что объективно. И, наконец, последний момент. В этой экономике семьи, а дальше, если мы говорим без экономики, куда? Семья – центральная проблема государства. Многодетные семьи – это элиты, они решают наши проблемы. И в экономике семьи сегодня, благодаря депутату Зубареву, мы выходим на новую идеологию. Не просто что там дать, помочь и так далее, да? А что не изъять. Еще раз повторяю, нет изъятий из бюджета многодетной семьи. А налоги, хорошо, мы говорим, там, четырехкомнатная квартира, да, все. Четырехкомнатная квартира, дом, землю даем и прочее. Так, а дальше идут имущественные налоги. Опять, это имущественный налог. То есть, получается, чем семья лучше, нормально живет, элементарно, ну, с пятью детьми, не хуже, чем с одним, да, по площади, по всему. А так налоги-то платить за площадь. Получается, мы опять вроде улучшаем условия, что-то даем, да, соответственно, будем изымать. Поэтому лозунг, и я надеюсь, и президент это услышит, и донесут это до президента, что нет изъятий из многодетной семьи. И налоговых вот такого типа, и прямых, и НДФЛ, и так далее. Вот Дмитрий Николаевич, это ключевой момент. Смотрите, такая проблема, о которой тоже часто пишут наши зрители, что... Льготы-то, может, и есть, но получить их очень сложно. Очень много бумаг и очень много хождений по разным кабинетам и по чиновникам. И люди просто плюют на это дело, говорят, ну и не тем надо. Тем более с пятью работами. Да, с пятью работами и со 170 рублями. Может быть, тут как-то если, упростить. Если вопрос об эффективности, ну, российское государство, оно не самое эффективное. Давайте так скажем. И вот, ну, здесь, наверное, надо переходить, вот опять вы пытались как-то там вплоть до циничных подходов. Ну, я сейчас абсолютно циничный подход, но абсолютно патриотический циничный подход пытаюсь показать. Дело в том, что есть так называемый человеческий капитал. Да? Так вот, пардон, если мы говорим вообще о человеческом капитале страны, а мы сейчас вообще об этом говорим, то чем больше капитала, тем страна лучше. Ну, так получается. Ну, соответственно, я достаточно хорошо понимаю ситуацию в образовании. В общем, я долго в нем нахожусь, сам что-то делаю. Я к тому, что если мы вот не начнем хоть какие-то минимальные деньги вкладывать на самом этом первом этапе, там, ну, вы помните, до 5 лет у человека мозг развивается, там, до 14 лет он мозг становится каким-то, а если просто кушать не на что, то мы получим человеческий капитал, ну, ослабленным просто, там, я не знаю, там, хрупким, тонким, маленьким. И в этом смысле, конечно, опять же, повторюсь, это хорошее предложение, оно начальное, и вообще идея «не изымайте», хотя бы заработанное, а она хороша. И вот смотрите, у нас есть небольшой сюжет, а время заканчивается, прошу прощения. А наши корреспонденты задавали вопрос просто жителям разных городов, нужно ли помогать многодетным семьям и как. Давайте посмотрим и послушаем, что говорили люди. У меня трое деток, квартирку бы нам дали. Где-то в магазин сходить по скидке, питание покупать, чтобы прям хоть 20% скидочка была. Чтобы вот спортивные секции были бесплатные, чтобы детям было чем-то заняться. Сейчас неплохие меры поддержки, мы пользуемся. Во-первых, проезд, во-вторых, на строительство сейчас дают, бесплатные участки. Хочется, чтобы, да, было многодетные дети, все-таки, когда становятся студентами, в приоритете получали общежитие в университетах, в институтах. Я думаю, что многодетным семьям, а в частности родителям, нужно дать достойную работу с достойной зарплатой, чтобы люди могли воспитывать своих детей и вкладывать в них те деньги, которые они требуют. Мне кажется, основное это, наверное, с жильем помочь. Вот. Помогать в плане садиков и школ. Наверное, пособие, если было бы до 3 лет, было бы шикарно. Квартиры. Ребятишкам, у которых много детей, нужно обязательно помогать жильем. Остальное все сами.
добьются. Организация досуга больше, наверное, для детей. То есть какие-то мероприятия, может быть, какие-то секции, потому что это все достаточно, ну, дорогое удовольствие, особенно для троих детей. Увеличить пособие оно в любом случае есть. Его можно просто поднять. Вот, и на больных детей давай, допустим, больше. Если реально рассудить, если ты не можешь содержать 10 детей, зачем их оплодить на свет в таком количестве, я считаю так. Ну, может, какие-то льготы государства должны быть. Но в основном ответственность все-таки на родителях, я считаю. Но если и нужно помогать семьям, то, наверное, всем, не только многодетным. Потому что неважно ведь, сколько детей в семье, все нуждаются, если они нуждаются в этом. Я считаю, что государство должно помогать многодетным семьям, потому что многодетная мама несет как бы такое дело серьезное. И я считаю, что наше государство в любом случае должно поддержать многодетство, вдохновить матерей, чтобы они еще рожали. Ну вот у нас пока основной инструмент стимулирования рождаемости – это материнский капитал, пусть и в таком виде. Я не знаю, выросли ли рождаемость за время действия материнского капитала. Наверное, кто-то подсчитывал, да? Но, тем не менее, понятно, что он находится далеко не в идеальной форме. Можно ли сейчас назвать идеальную систему стимулирования, там, где она работает, там, где она действительно буквально стимулирует вот кратко демографию? Ну, не знаю, пример-то замечательный, типа Дубая. Давайте так, у них тоже нефтяные деньги есть. Ну, угу. Если я правильно помню, то высшее образование бесплатно совсем. Для граждан. Вкладывается в образование. Есть граждане, не граждане. Ну, вот смотрите, Марина же правильно сказала, еще есть вопрос и чисто учетный, технический, да? 1 700 000 семей. Первый, не изымать, то, что мы сегодня обсуждали. Второй момент, это детский стандарт на каждого ребенка. И третий момент, это, соответственно, статус достойный, чтобы были и скидки, и проезд, и бесплатные. И все это по электронному удостоверению многодетной семьи, которая элита нашей России. И без многодетной семьи никакой демографии страны не будет. Не изымать, давайте уточним напоследок, полностью освободить от налогов. Ну, конечно. Полностью. Конечно. Казна не обеднеет. Спасибо за эту дискуссию. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Дмитрий Тихонов, преподаватель МГУ и Высшей школы экономики, налоговый консультант, кандидат экономических наук. Спасибо. Это большая тема. Мы продолжим ее обсуждать уже в вечернем блоке отражения. Оставайтесь на УТР.